Привет, дорогие друзья! С вами сегодня я, доктор Александр Шишонин и матрас доктор Шишонин. Ну, сегодня мы с вами даже не про матрас будем говорить, на самом деле. Там немножко про матрас поговорим в конце. А вообще будем говорить про хороший сон. Почему бывает так, что вот хороший сон у одного человека, а у другого плохой? И даже один и тот же человек, вот он выспался в один какой-то день, да, а в другой день он не выспался. И как бы это какой-то неуправляемый процесс вроде как, но на самом деле в чем причина? Будем сегодня разбираться в этом с вами. Как спать-то хорошо? Потому что выясняется, многие такие моменты, связанные со сном, то, что они влияют напрямую на ваше здоровье. То есть от того, в буквальном смысле этого слова, как вы спите, высыпаетесь, отдыхаете во сне, насколько вы вот после сна вот себя чувствуете, как он у вас прошел, да? И зависит ваше здоровье. И даже вот проводили эксперименты, например, человек не спал там сутками специально, что там будет с ним. И выясняется, когда делают анализ внутренних органов, его состояния, там, крови, там, метаболизма и так далее, что это просто ну, невероятное разрушение происходит в организме, если человек не спит. Вот. А если он некачественно спит, если он не высыпается, если у него сон не дотягивает до хорошего физиологического восстановительного уровня, то у него начинают постепенно все эти изменения, которые в эксперименте были доказаны, да, начинают происходить с ним только более медленно, накапливается и здоровье разрушается. Ну почему я-то с этим вообще столкнулся и почему меня это заботит, тема сна? Потому что я-то же доктор. Кто не знает, вот я расскажу немножко про себя. Зовут меня Александр Юрьевич Шишонин, кандидат медицинских наук, руководитель, главный врач клинического комплекса клиника доктора Шишонина, автор методики микроанатомического исследования позвоночных артерий, автор методики коррекции шеи, шейно-церебральной терапии, ну и так далее. Там, ну, это не важно на самом деле. Важно то, что я имею дело с хронически больными людьми, которые приходят ко мне, чтобы поправить свое здоровье. В основном это люди с сосудистыми проблемами, там, гипертония и ее последствия, постинфарктные дела, постинсультные дела, но также и другие хронические заболевания, сахарный диабет второго типа, постонкологическое состояние, когда после онкологии человеку надо восстановиться, ну и многие-многие другие хронические заболевания. И ко мне приходит очень-очень много людей. Очно в клинику, вот, 6 тысяч пациентов проходит в клинике лечения ежегодно, а я уже 20 лет практикую, вот сколько народу уже перелечили, я и моя команда, потому что я же не один работаю, у меня целая команда профессионалов. Есть гимнастика у меня для шеи, которую, наверное, уже, ну, если не вся Россия, ну, пол России точно знает и делают эту гимнастику. Вот на одном из аккаунтов, например, самый популярный, там много аккаунтов, где она выложена, 56 миллионов просмотров гимнастики. Ну, это самая популярная гимнастика для шеи в России. Ну и вообще гимнастика. Популярнее этой гимнастики, других гимнастик нет. Вот эту гимнастику для шеи делают. Потому что помогает прежде всего от боли в шее и от давления. Очень хорошо и надежно, и четко помогает. Вот написал 7 книг всяких разных, про здоровье, про то, как его поправить, хронически. Одна из книг, например, называется «Медицина здоровья против медицины болезней». То есть, как с помощью работы своего тела добиться выздоровления от хронических заболеваний без таблеток. Ну так, образно говоря. Вот, есть клуб бывших гипертоников, где у нас охват огромной аудитории, там сотни с лишним тысяч человек. Есть охват аудитории в соцсетях, тоже там и видеоблог на Ютубе, где там больше 2,5 миллионов подписчиков, и еще один видеоблог, и еще там другие эти самые всякие инстаграмы, телеграмы там и всевозможные граммы, вот эти вот всякие сети. В общем, опыт есть у меня. И пациенты мои, особенно вот те, кто... ну, как бы дистанционные, да, пациенты, они все время мне такой вопрос.
хотим лучше высыпаться. Что делать? Я сначала отнекивался. Потом, ну как отнекивался, мне говорят: Александр Юрьевич, разработай для нас подушку. Все, нам нужна подушка. Вот нужна подушка, все, вот без подушки никак. Все подушки плохие, нам сделай какую-нибудь подушку хорошую. Ты же профессионал, ты же вот, ну, лечишь столько людей. Ты вот, кто вот лучше тебя? Вот сделай, разработай нам подушку. Ну, я все время отнекивался несколько лет. Все, говорят, да отстаньте вы от меня с этой подушкой. Потому что, ну, делайте гимнастику. Вот гимнастику делают миллионы, десятки миллионов людей. Что вам надо-то еще от меня? Вот гимнастику я вам сделал. Делайте гимнастику. Чего вы пристали ко мне с этой подушкой? Ну, и все, они не отстают. Вот нет, хотим подушку, и все. Ну, до такой степени уже довели, что я разработал подушку. Ну, прям вот реально, просто вот уже от безысходности. Потому что, ну, ну как, народ вот хочет и хочет. Надо им, значит, подушку было сделать. Ну, все, разработал подушку. Целая история была с этой подушкой. Там получилась она очень хорошая, потому что, ну, я понимаю же, что надо. Чтобы хорошо шея разгрузилась во время сна, там, да, чтобы вот это все заработал кровоток мозга, да, ну, чтобы был максимально хороший эффект. Ну и вот сделали подушку тут с эффектами, все подобрали, чтобы она содержала необходимый состав вот этих вот всяких набивок, чтобы вот она имела те физические свойства, которые нужны для шеи прежде всего. Чтобы шейный отдел, чтобы не затекало, чтобы был эффект микрогимнастики, там, ну и так далее, и так далее. То есть целая была история. Все это как бы, ну, делается вручную, на ощупь, подбирается по ощущениям там, и так далее, ну, чтобы люди потом получали эффект от этого дела. Ну все, сделал подушку, все, выпустили эту подушку, все, теперь ее невозможно купить, подушку. Вот, зайдете по ссылке под видео, там не купите подушку. То есть вот заказ отправите и будете ждать месяца или два, потому что все подушки уже раскуплены вперед. Настолько получилось хорошо, подушка. И действительно люди стали лучше высыпаться, и даже в клинике пациенты приходят, вот эту подушку покупают, соответственно, значит, спят на ней, и мы отмечаем хороший вот этот клинический эффект именно. Ну и все, а люди же, они же как? Подушку сделали хорошую, все, давай матрас. Все, давай матрас. Но матрас это уже, понимаете, другая совершенно история. И подушки уже сколько? Ну, 2 с лишним года. Через год, когда стали уже, ну все, матрас, все, без матраса никуда. Надо, раз ну есть подушка, значит надо матрас для сна, для нас разработай матрас, все. Ну я начал, естественно, эту тему думать. Ну про матрас позже мы поговорим. А сейчас мы поговорим дальше про сон. Вот. Почему уже это все происходит? Вот про сон-то. Почему происходит так, что вот человек-то во сне вроде как лег, уставший, все, вот у него, ну, сил нет, понимаешь, глаза закрываются, все, ну, ну не может он, все, у него, ну все, батарейки сели. Просыпается с утра бодрый, здоровый. Что, он во сне ел? Нет, во сне он спал. Что, может, он занимался физически? Нет, наоборот, не занимался. Ну вот что, что такого вот происходит? Многие же не понимают, вроде как сон и сон, ну что такое сон? Вот он плохой был, вот это я не выспался. А если хороший, я выспался. И мне пришлось с этим всем разбираться, чтобы, ну, получился в итоге матрас хороший. Ну это ладно. Самое интересное, у кого не спросишь, говорит, ну ты знаешь, что такое сон? Ну конечно знаю, ну как, сплю я во сне. У врачей спросишь, что такое сон? Там меняются альфа-ритмы, там, дельта-ритмы, там, ну вот эти... рассказывает про электроэнцефалограмму во сне. А что происходит-то? Никто не может ответить. Почему это человек вот... Вот все, было плохо ему совсем, все, вот спать хотел, не мог, сил не было. С утра как огурчик проснулся. Все, у него прям жизнь, настроение другое там, да, ну, все по-другому. Выспался. Что такого случилось? Как это вот с точки зрения биологии? И вот начинаем мы с вами эту тему разбирать. Что же происходит-то во сне? Происходит во сне следующее. Полностью организм убирает физическую нагрузку. Зачем-то. Не просто там вы там сидите и сидя вы не уснете. Да? Вот надо лечь обязательно.
чтобы вообще не было нагрузки никакой. Выключается сознание, которое поглощает много энергии. Ну все, не можете вы думать, мыслить во сне. Опять энергию экономит. Для чего-то, наверное, не просто так же. Для чего-то экономит. Отключается зрение и почти отключается слух. Ну, сознательный слух вообще отключается. Остается только такой фоновый, ну, природный такой, так называемый, природный охранный слух, который позволяет в случае опасности проснуться вам. То есть полный режим экономии энергии. Но при этом энергию, мы же с вами знаем, да, что энергию мы получаем из кислорода. А дыхание-то при этом же не останавливается. То есть энергия в минуту времени, какая вот вырабатывалась, когда вы бодрствовали, такая и идет. А куда она, вся эта энергия-то девается? Он же ее отключил всю, организм-то, и лег, и сознание выключил, и все выключил. А поток энергии идет через вас, идет огромный поток энергии. Митохондрии работают, шуруют. Идет регенерация, так называемая. То есть восстановление. В буквальном смысле слова организм во сне синтезирует вас заново. Ну, мы все состоим из клеток. Вот, клетки. И во сне, именно во сне, происходит синтез новых клеток. Вот кровь у нас состоит из клеток. Да? Вы смотрите анализ крови, там всякие там эритроциты, да? Моноциты, лейкоциты там, и другие, там, нейтрофилы и другие клетки. Они все же умирают, изнашиваются. И вот чтобы кровь-то ваша не стала изношенной, и вы не умерли от того, что у вас кровь плохая, ну это к примеру, кровь — это ткань только жидкая, да? А другие ткани у нас твердые в организме. Какие-то более твердые кости, какие-то мягкие, как мышцы. Но все клетки, все ткани состоят из клеток. И клетки во всех тканях, они постепенно гибнут. И вот чтобы вы проснулись с утра бодрый, вот эти клетки, они должны где-то родиться новые. А где они рождаются? В костном мозге. Организм во время бодрствования изнашивает свои клеточные и биохимические структуры. А во сне активизируется костный мозг. Вот там рождение это происходит, всех новых клеток. И кровь, и другие ткани там синтезируются. И вот этот-то мозг, он засыпает, перестает энергию тратить. А костный-то мозг ночью-то просыпается и начинает размножаться. Темнота, говорят, друг молодежи, понимаете? Вот он, вот она и происходит. Темнота-то наступила, все, начинает костный мозг. Молодежь там начинает веселиться, наша клеточная молодежь. Юные клетки образуются. Вот что дает вам заряд бодрости. Клеточный укол такой ночной во сне, который делает костный мозг. Активируется, за счет чего происходит обновление путем деления стволовых клеток костного мозга. Он состоит из стволовых клеток, ваш костный мозг. И во сне он работает, когда вы спите. И там где-то 4% от вашего веса. То есть, допустим, весит человек там 100 килограмм, значит, вернее, 5% весит костный мозг. Значит, 5 килограмм у него. А если 80 килограмм весит, то у него, значит, будет 4 килограмма стволовых клеток своих внутри костей. Многие не знают просто об этом. Вот и эта штука-то вся и работает. Вот я вешу 90 с хвостиком, значит, у меня 4,5 килограмма стволовых клеток. Ну, а вы там посчитайте, кто сколько весит. Вот, во сне активируются и внутренние составляющие вырабатываются важные гормоны, и восстанавливается энергия. Но она не восстанавливается, как бы, энергия, то есть имеется в виду бодрость ваша утренняя, а энергия-то тратится как раз, чтобы все это дело клеточное заработало, и появились новые клетки. Вот поделились стволовые клетки, и появились новые клеточки, которые дальше распределятся по телу в нужные места. Какие-то в сердце пойдут, какие-то в мозг, какие-то там в мышцы, какие-то в кости. Кровь пойдут, да, кровь новая будет обновляться. Вот это все происходит. Вот что такое сон. Теперь вы знаете, дорогие друзья. И вот феномен. Феномен хорошего высыпания. Что, почему, откуда он появляется?
Почему мы иногда высыпаемся, а иногда нет? И вот я когда проанализировал и понял всю эту суть физическую, стало ясно одно. Высыпается человек тогда, когда у него больше энергии потратилось во сне на вот это самое клеточное восстановление, на это самое стволовой укол вот этих стволовых клеток во сне, на костный мозг. Чем больше вы энергии на костный мозг израсходуете во сне, тем лучше и бодрее вы будете с утра себя чувствовать. Когда человек спит, на него действует сила тяжести. Очень часто матрасы продавливаются, ну и вообще какие-то там плохие матрасы у людей. И они неполноценно компенсируют вот это действие. Потому что когда вы просто лежите, все равно на вас давит сила тяжести. И это очень сильное давление. И вот приходится долго ворочаться в поисках удобного положения. Как итог, утром отсутствие бодрости и боль в теле. Причина – энергия тратится не только на восстановление организма, не только на работу костного мозга, но и на поддержание тела в определенном положении. И человек-то так и говорит, да, что как-то неудобно я спал, да, ну, вспомните наш русский язык-то, как-то неудобно, говорит, я спал, и поэтому я не выспался. Вот у меня какой-то на новом месте спал, да, плохое место, новое, что-то непривычное. И вот не нашел того положения, чтобы вот максимально перестать сопротивляться этой силе тяжести. И она съела энергию, которая должна пойти была на работу костного мозга. Вот и все. Вот она, простая физика, процесс сна. Вот, вот в чем фишка-то. Формула сила равняется масса, умноженная на g. G – сила тяжести Земли. 9,8 метров в секунду в квадрате. Ну, кто был на аттракционах, на всяких разных там американских горках, прекрасно понимает, что такое сила тяжести, да, кто прыгал там с этих, с парашютов, за ноги, когда привязывают, прыгают там, да, ну, в общем, всякие там поднимают там на этот и потом резко бросают вниз. Сила тяжести — это мощнейшая сила, ну, просто гигантская сила, которая все время на вас действует. И во сне она вас придавливает. Если матрас будет недостаточно компенсировать эту силу тяжести, то ваше тело за счет мышц будет искать положение, ну, чтобы как-то более-менее ее скомпенсировать. Но при этом она будет уходить, энергия, которая могла бы пойти в костный мозг, будет уходить на то, чтобы бороться во сне с силой тяжести. Вот как и в итоге исходя из этого именно постулата, сделать так, чтобы максимально помочь телу во сне скомпенсировать силу тяжести, чтобы максимальное количество энергии пошло на работу костного мозга. И родилась вот эта идея, как нужно сделать матрас. Необходимо сделать так, чтобы матрас подстраивался под любое положение, не оказывая ему встречного давления. И делал подпорки, независимо от того, как человек лежит. То есть максимально создавал этот эффект невесомости. Балансировал под вас. Вот, вот такой пришлось сделать матрас. Короче, вот так вот. Ну, дальше вот поговорим, как компенсировать силу тяжести. Вот она идет у нас. По сути дела, работа матраса. То есть обратное давление. Ну, вы же крутитесь. Вот тут подушку вы там положили, да, допустим. А тут вы крутитесь. То есть у вас есть изгибы в теле, которые надо сделать так, чтобы они на спине вылежали, на боку и так далее. Чтобы матрас все это дело вам компенсировал и давал возможность этой энергии, не растратившейся, пойти внутрь ваших костей и, соответственно, чтобы костный мозг ваш создал эффект регенерации. Вот. Ну и проведем мысленный эксперимент. Слишком мягкий матрас, видите, тут в этом случае сильно давит сила тяжести, еще сильнее вдавливает в матрас, слишком мягкий, перина, вот это все начинает продавливать и вас как бы еще и вжимает в него, и вам, когда крутитесь, еще тратите дополнительную энергию. То есть он должен создавать эффект вот этой вот антигравитационной, а не вот этот вот вдавление. Поэтому слишком мягкий не годится, слишком жесткий тоже не годится. Ровная и жесткая поверхность, неестественное положение, при котором поддержка позвоночника осуществляется путем дополнительного напряжения мышц и связок. То есть
возникают вот эти, видите, небольшие, казалось бы, вроде как, провисания на ровной жесткой поверхности, которые в итоге приводят к тому, что тратится здесь энергия и не уходит на то, чтобы восстанавливать ваш организм во время сна. И вы получаете себе недовосстановленное тело в итоге. Вот она. Вот она, простая физика сна. Вот и все. Ну, можно эксперимент, тест проведите, даже вот можете мысленный эксперимент, потому что не обязательно проводить, все и так понимают, что это так и будет, то, что я сказал. Вот, попробуйте полежать 1 час на полу. Просто лягте на пол и лежите. В таком положении мышцы тела не смогут расслабиться, появятся боли и неприятные ощущения в теле. Ну, вы просто обалдеете. Сейчас будете лежать на полу, у вас все заболит, все кости заболят, вы устанете от этого. Потому что фактически, ну, это то же самое, как вот взять человеку непривыкшему, сказать, на возьми вот гирю вот так вот и подержи. Меняй руки, если тебе надо. То есть это непривычное положение для вашего тела, где ему надо бороться с силой тяжести дополнительно. И вы от этого будете уставать. То же самое будет, если вы попробуете полежать час на каком-нибудь этом, батуте, например. Слишком мягком таком, провисающем, ну, типа гамака. Все, вам будет хотеть скрутиться, он будет вас как бы сковывать, связывать. И больше часа вы не пролежите. Хотя, казалось бы, вроде должно вас разгрузить там, но... Получится так, что вы больше устанете от этого, чем вы будете получать какой-то эффект расслабления. Поэтому вот и нужно было создать, с одной стороны, жесткую поверхность, чтобы она компенсировала, а с другой стороны, мягкую. Как бы так, жестко-мягкую, мягко-жесткую. Да плюс еще, чтобы она могла подстраиваться. И вот это было очень тяжело сделать. Но сейчас мы с вами как бы... Вот эту силу, которую вы теряете ночью, если вы не до конца хорошо вот разлеглись, там, да, нехорошо скомпенсировали там, и так далее, сколько вы можете потерять? Вот подсчитано, что организм тратит на то, чтобы бороться с силой тяжести во сне, примерно там 3 тысячи, 2,5 тысячи джоулей. Чему это равно, вот если вот выразить в... Ну, в каких-то вот, чтобы человек понял, что это такое. Это же ничего не значит для обычного человека. Что там, 3,5 тысячи джоулей, там, или 2, там, ну, какая разница. Ну, джоули, джоули. А это физически меряется. То есть вот есть 5-литровая бутылка с водой. Ну, все знают, сколько она весит. Вот чтобы потратить эту энергию, вам нужно 500 бутылок взять просто с пола и на стол поставить, ну, метр высоты, да? Ну, с пола поднимаете бутылку и ставите. И 500 бутылок так надо поставить. Ну, просто с пола поднять и поставить на этот самый. Ну, представьте, вот 500 бутылок ночью. Вот столько силы тратит организм, чтобы бороться с силой тяжести. Ну, если вы так сделаете, сейчас вот пойдете и 500 бутылок. Ну, просто возьмете одну бутылку, например, да? И будете ее, ну, смотрите, поставил один раз и потом со стола снял. Вот будет 2 раза, да? Ну, то есть получится 250 раз надо так сделать. То есть поднял на стол, потом снял, поставил. Поднял, поставил. 250 раз вы так сделаете, у вас будет все болеть потом. И руки, и ноги, и спина, и все. Ну, если вы не спортсмен, конечно, какой-нибудь там, гиревик, то вот все будет болеть. Ну, или, к примеру, как можно еще... 5 килограмм, да, весит бутылка с водой. Ну, допустим, в 10 раз больше, 50 килограмм, мешок с картошкой. Вот представьте, что вам нужно, сколько получается? 50 мешков с картошкой вот так поднять и положить на стол. Ну, серьезная, очень серьезная нагрузка физическая. То есть вот сейчас вы уже поняли, да, представили, что это... Не просто там какая-то там, ой, подумаешь, там лежу не так, что-то там. Это же часами давит на вас, получается, понимаете? И в итоге получается так, что вы тратите эту энергию впустую. Кстати, хорошая аналогия пришла, да, вот в голову. Мешки с картошкой.
Человек же, когда не выспится, такое и говорит. Я, а что с тобой такое? Да, идет такой хмурый с утра. А что с тобой? Да я что-то, знаешь, не выспался, как будто всю ночь мешки ворочал, понимаешь? Ну, как будто мешки прям это грузил, как будто разгрузил вагон с картошкой там, или там еще с чем-нибудь. Все же знают эту фразу, да? Народ так и говорит, человек, поэтому он себя так и чувствует. Если он как-то неудобно лег там что-то на новом месте, он себя и чувствует так, как будто он этот самый вагон с картошкой разгрузил вот этот вот. Вот что происходит-то. И это чувствуется человеком на уровне физиологии своей личной. И поэтому, когда нам удалось создать такой матрас, который вот это дело компенсирует все, то есть позволяет не делать эту работу ночью, а направить эту энергию на восстановление в костный мозг, поэтому-то и появился вот этот эффект вот этого сна особого, да, вот как я его называю, сверхрегенеративный. То есть не просто там костный мозг провел регенерацию, а у него была дополнительная энергия, он наделал еще больше новых клеток, и произошла сверхрегенерация, сверхвосстановление организма во сне. Вот что такое произошло. Ну, дальше сейчас расскажу про матрас. Немножко тут буквально пару слов. Как там его делали там, и так далее, это интересно. И хочу что сказать, что у меня большие аудитории, и ну, понятно, что не у всех людей там есть даже там, деньги, чтобы подушку-то купить, там, или там, какой-нибудь видеокурс, который мы делаем, и в клубе гипертоников у нас там люди их покупают. Поэтому просто вы должны знать, как работает сон. Вот сейчас я вам все рассказал. И к своему месту для сна, где вы спите, относиться с уважением. Вот как-то подобрать себе так, чтобы вы наиболее комфортно, хорошо расслаблялись и ну, высыпались. Это вам даст неоценимый, каждый день вы будете вклад и вклад в здоровье вносить в свое, в восстановление. Потому что лечение от хронических заболеваний – это и есть регенерация, восстановление. И сон здесь играет ну, колоссальнейшую роль просто. И поэтому вы должны это знать и понимать, потому что деньги не всегда у людей есть, но если есть знание хотя бы, как это работает, я вот знание вам дал сейчас, то уже вы начнете об этом думать и что-то придумаете. Ну, может, хоть какой-то там матрас купите, который вам из доступных наиболее хороший, там, ортопедический, понимаете? Потому что, ну, не у всех есть миллионы, чтобы там покупать матрас такие вот, как этот, потому что, ну, получился дорогой, поймете потом, почему. Вот. И, но сами знания у вас теперь есть, и вы можете этими знаниями пользоваться и получать плюс от своего сна. Поэтому, ну, если нет у вас свободных, там, серьезных денег, можете прям выключить сейчас это видео и дальше его не смотреть, потому что, ну, дальше пойдет про матрас, я расскажу, и чтобы и не расстраиваться, и ничего, и не надо его дальше смотреть, это видео. Вот. А дальше тем, у кого есть возможность, я расскажу, потому что, ну, люди же есть не только те, у кого нет денег, есть у кого-то они есть, и они хотят их на себя потратить. Вот, пожалуйста, про матрас расскажу, сможете потратить, получить эффект. Вот, ну и в чем уникальность матраса доктор Шишонин, как и подушка называется, матрас доктор и подушка доктор Шишонин, то есть я. Матрас доктор Шишонин дает сверхрегенеративный сон, за счет чего вы уже поняли. Из предыдущей части этого видео вы уже все поняли, как он это делает. Он дает эффект антигравитации, да, вот борется с силой тяжести максимально эффективно, насколько вообще вот мне и команде моей удалось это подобрать. Потому что, ну, уже настолько мы заморочились, что просто, ну, больше уже некуда. Вот, и получится, что у вас будет свой сверхрегенеративный сон, то есть вы будете все время восстанавливаться каждый день. Вот на эти 50 мешков картошки лучше, чем до этого. А это очень ощутимый эффект. Ну, очень ощутимый эффект, который, конечно же, вы почувствуете буквально с первого раза, когда вы на него просто ляжете даже. А не говоря уж о том, что когда вы на нем первый раз поспите. Чувствуется это буквально сразу.
Ну, потому что это особые ощущения, когда вы ложитесь и, ну, понимаете, что происходит. Сверхрегенеративный сон. Что он дает? Бодрое утро без зажимов и компрессии. Ну, вот эту силу жизни, да, вот эту энергию. То есть новые клетки выработались у вас. Гарантия быстрого засыпания и приятных сновидений. Тоже очень важно. С этим пришлось тоже заморочиться дополнительно, чтобы не было душности, чтобы вот эта вентиляционная была ткань, и все слои вот эти вот, они чтобы там не создавали вот это. Потому что когда большой матрас, получился большой, он может создавать эффект, типа как, я не знаю, как это объяснить, но когда я это тестировал, от этого долго пришлось уходить, чтобы была легкость вот эта во сне. Ложишься и сразу засыпаешь. Отсутствие хронических болей и постоянного дискомфорта в теле. Да. Ну, то есть у кого-то, если есть там поясница побаливает, суставы, особенно вот поясница между лопатками, суставы, тазобедренные, коленные, все это у вас ощутимо либо уменьшится, либо вообще уйдет. Потому что будет идти регенерация, восстановление. Отсутствие отеков, морщин, сияющая кожа. Сила, энергия целый день для реализации любых идей. Ну, как у меня. Потому что я же на нем сплю, у меня прям сила все больше и больше прибавляется. Глубокий сверхрегенеративный сон без пробуждения. Ну и так далее, и так далее. Можно эти эффекты перечислять. Сейчас долго стоять. Но в целом вы должны понимать, что на самом деле, что дает матрас вот такой. Он дает возможность работать вашим стволовым клеткам костного мозга. То есть в буквальном смысле слова регенерирует вас за счет того, что вот эта энергия уходит туда и омолаживает. Вот и все. Что внутри? Ну, внутри здесь очень много пришлось заниматься всеми этими слоями. Хочется, конечно, про них рассказывать вам, отдельно, может быть, как-то рассказать. Но это, наверное, не моя сегодняшняя задача. Вы просто должны понимать, что... Ну, расскажу немножко. Ну, как это все делалось? Вот, сначала мы скупили все матрасы, какие только были, хорошие. Там все дорогущие матрасы, все скупили. И на них начали спать. Обмениваться впечатлениями там, и так далее. Поняли, что где не так, как чего. Поняли сами технологии, как это все делается, из каких материалов и что. Вот, потом мы это все скомпоновали в определенную формулу, как это должно работать. Там. Ну, там, чтобы слой пружин должен быть двойной, что их там должно там, тысячи, неимоверное, там, больше тысячи на квадратный метр быть этих пружин, чтобы должны вот эти прослойки все быть, чтобы вентиляция была. И вот это все нам пришлось потом менять. То есть спишь — не то. Давай этот добавим. Ага, спишь — начинай. Ага, то. Потом этот, потом этот. Потом дизайн. Ну, и, ну, в общем, это целый год с лишним длилось, пока все это не закончилось. Меня уже, как это сказали, что я какой-то сумасшедший, просто замороченный человек. Но мне хотелось же сделать, когда я уже понял, что, ну, явно это не будет какое-то массовое производство, это ручное будет производство в любом случае. Это будет очень дорого, я уже понял, потому что, ну, не все технические задачи, которые ты ставишь, да, можно решить каким-то простым, дешевым способом. Ну, не получается. Вот. Пришлось, вот, чтобы эту задачу решить, чтобы получить этот эффект невесомости, эффект вот этого вот антигравитации, ну, пришлось создать сложное устройство и дорогое. И я понял, что, ну, вряд ли его кто-то там будет покупать, прям очень много. Ну, хотя бы для себя, я уже думаю, ну, хотя бы один для себя создам, чтобы вот уже мне на нем одному спать, чтобы мне вот хотя бы хорошо было. Не зря же я все это затеял. Вот. Но потом все-таки получился красивый матрас, хороший, и иногда его все-таки покупают. Ну, потому что дорого, поэтому иногда. Вот. И в нем есть все эти слои, надежные решения, прочность, долговечность, ручная сборка там, и так далее. Но это все вы можете прочитать уже на сайте, если вы захотите этот матрас купить. А размеры и цены я вам расскажу, потому что, ну, чтобы вы понимали, насколько это все, ну, немало стоит, и смотрели уже по своим возможностям. Вот стандартный размер 160 на 200,
Матрас такой стоит 784 тысячи рублей. Размер 180 на 200 – 882 тысячи рублей. И 200 на 200 – тоже стандартный, но редко встречающийся размер – 980 тысяч рублей. Иногда у нас заказывают матрасы других размеров. Ну, есть кровати, которые нестандартные, там, например, там, 2,2 на 2,2, там, 2,3 на 2, там, ну, какие-то такие бывают заказы. Это тоже мы делаем. Тоже наши мастера, поскольку сборка ручная, вы можете позвонить, сказать, вот нам не подходят такие там эти ваши стандартные, поэтому вот нам вот такой размер. И вам сделают, и ну, он будет дороже стоить. Ну, как бы, что поделаешь. Зато работает, и работает прекрасно. Это уже проверено мной, теми людьми, которые его у нас купили и на нем спят и радуются. Но он, правда, он тяжелый. Еще что хочу сказать, что он очень тяжелый, то есть, ну вот матрас, который 2 на 2, он весит где-то 110 килограмм. Ну, потому что там очень сложная конструкция внутри, и, конечно же, это легким сделать не получилось. Поэтому нужен хороший постамент. Ну, это как бы наши ребята, будете заказывать, они помогут вам технически, что у вас должно быть, чтобы он у вас там это, ну, не провалился на пол, этот матрас. Ну, а так, в принципе, все. Все рассказал. Кому надо, заказывайте. Ссылка есть внизу. Сайт есть у матраса. shishonin-son.ru называется. Продукция качественная, проверенная, ручная. Ну и гарантирована мной. Все, пока. Хороших вам снов и хорошей регенерации вашего организма. Пока. Обнимаю всех.